Всем привет, доброе утро. Габрово, Болгария, промзона. В Болгарии с 1 ноября надо менять резину на зимнюю, друзья. И я приехал поменять резину. Вот здесь мы меняем резину. Небольшая очередь. Отличная погода, ждем, я в очереди 6-й. Ну, конечно, сейчас некий ажиотаж, все болгары меняют резину, потому что это закон, без зимней резины штраф. Это не шипованная резина, господа, это зимняя, поэтому сейчас надо это сделать. Сколько это стоит, не знаю, потом расскажу. Работают быстро, четко, в 4-5 боксов, достаточно все быстро. Также здесь, как я понимаю, можно оставить резину до марта, когда нужно будет снова менять ее обратно, и за это берут определенные деньги. Вот машина, сейчас поменяем. В общем, не скучно, есть чем заняться, ребята молодцы. Здесь также можно поменять масло, здесь можно сделать, диагностику, развал схождения. Вот это промзона Болгарии. Чистый гараж. Хороший гараж. Кто-то забирает домой, кто-то оставляет на склад. Я знаю, что в прошлом году складирование стоило 50 лев. Сейчас спрошу. В принципе, если будет нормальная цена, то оставлю до весны. Вот смотрите, машины подъезжают без остановки. Жду в очереди. А что делать? Сейчас будем менять, господа. Хорошего дня вам.